Так, Rotax Max Junior, предфинал, у нас с вами 16 пилотов, да, 16 пилотов ушли на прогревочный круг. На первом ряду у нас находится Георгий Кудрявцев, номер 33, и Тимофей Ерошин, номер 27. Второй ряд — Кирилл Поченков и Марк Мецкер. На третьем ряду Никитин Юрий и Семен Балдин. Гаснут огни. Плохо видно из-за решетки питвола. И опять же здесь не виден поворот. Но прошу прощения у всех зрителей. Дальше туда, в тот конец трибуны, мне просто физически не успеть добежать, чтобы начать съемку вовремя. Потому что заезды идут очень плотно, без перерывов. А мне еще надо готовить карт с заездом свой. Георгий Кудрявцев лидирует. Марк Мецкер второй. Ерошин. А, Никитин Юрий на третье место вырвался. Вот так даже. Воспитанник Виталия Рыжкова, Юрий Никитин, дебютирует в Ротаксе, решили попробовать свои силы, номер 31. Итак, Кудрявцев, Мецкер, Никитин, Ерошин, Балдин, Поченков, Павленко, так, Николаев, Упоров, по-моему, дальше от нее от нас ребята уехали. Попробуем перечислить уже всех. Никитин. А, Ерошин прошел Никитина. Поченков, Балдин, Павленко, Николаев, Упоров, Черников, Алахвердов, Малышкин, Страхов, 61 Миронов. И последним получается Курышев. Так, сейчас вот так. Лучше смотрите, как Мецкер атакует Кудрявцева. Очень близко эти двое. А Мецкер... Так, 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 так. Интересно, интересно. Вот тут еще два ряда ребята проходят 180-градусный поворот. А лидер-то, по-моему, сменился. Давайте-ка приблизим. Да, Марк Мецкер вышел в лидер. Георгий Кудрявцев второй. Но не отстает. И сейчас на прямой. Нет, плохой выход он напрямую у Кудрявцева. Хуже, чем у Мецкера. Соответственно, побороться никак. Павленко и Упоров на прямой вышли в один ряд. И Упоров по более широкой траектории опережает Павленко. Итак, Кирилл Поченков опередил Юрия Никитина. Юрий уже на пятой позиции. Шестым следует Семен Балдин. Упоров. Так, Николаев. И вот сейчас Николаев Упорова прошел. В районе первого поста в первом повороте после старта. Черников, Павленко, Малышкин. Упоров, Алахвердов, Страхов. Курышев и Миронов. Вот такой вот гарнир. И в гарнире идет очень ожесточенная борьба. Тем временем лидеры не прекращают борьбу за лидерство. Кудрявцев атакует Мецкера неустанно.
не отставая от него и пытаясь каким-то образом изменить свою траекторию. Но Мецкер на то и опытный пилот, чтобы просто так не отдавать свое лидерство. Вот сейчас намного лучше Марк прошел связочку и напрямую уже увеличил дистанцию от Кудрявцева. А здесь снова у нас гарнирные войны. Вот Илья Малышкин ведет паровозик. И напрямую... нет, не получается пройти просто так по узкой траектории, войти в этот поворот. Приходится сбрасывать там скорость. Вот средняя группа. И опять же Малышкин под огнем вот так, а здесь лидеры. Очень близко Кудрявцев Мецкеру, обгон. Попытка перекрестить, Мецкер отдает первую позицию Кудрявцеву. Все-таки Георгий дожал, но Марк не сдается, выходит и напрямую проходит обратно Кудрявцева. Очень интересная борьба среди лидеров заезда. Не дают они расслабиться друг другу. И при этом скорость такова, что уехали от всех уже на поворот минимум. Видно, насколько дистанция между ними и третьим, на третьей позиции Тимофей Ерошин. И вот насколько они от Ерошина вдвоем уже уехали. Так, посмотрим, что у нас будет здесь. Так, Мецкер, Кудрявцев. Нет, не получается. Мецкер не дает, не оставляет места. А вот в этом повороте вполне может быть что-то. Но то же самое, вся траектория занята. Снова сейчас попробуют... Георгий на торможении попытается пройти, но опять же закрывается, но втискивается в базу, и снова Георгий Кудрявцев выходит на первое место, оставляя Марка Мецкера опять не при делах. И при этом Марк ошибается и отстает от Георгия уже на довольно-таки серьезную дистанцию. И финиш, то самое смешное, что при этом финиш, и Георгий Кудрявцев побеждает в предфинале Rotax Max Junior. Итак, Rotax Max Mini, предфинал. Снимать приходится прямо с питвола, к сожалению, потому что мы стартуем следующее, а свободного оператора у меня не нашлось. За этих заборчиков не видно, где находятся в данный момент пилоты. Всего получается пятеро. Первый ряд — Ярослав Толстов и Абушайбек Георгий. Гаснет светофор Абушайбек. Вторым стартовал, судя по всему, Климов. А может, Жидуков, не видно было мне отсюда. Старт состоялся. Толстов, Абушайбек, Жидуков, Кигер и Климов последний. Отвратительно проходит уикенд для Петра. Ситуация ровно так же повторяется. Также Толстов проходит снова Абушайбека. И у них на хвосте Тимур Бжедугов. Мария Кигер чуть-чуть поодаль. Четвертая. Климов также не может догнать их. Видимо, где-то там вдалеке в трассе Георгий Абушайбек обходит Ярослава Толстого. Но нам, к сожалению, это не увидеть отсюда. Вот Толстов уже впереди Абушайбека. И уже этот вариант не проходит. То есть все-таки
Лидерство захвачено Ярославом Толстовым в заезде. И на финиш выходит Абушайбек Толстов. Прямо вот. Нет, все-таки Толстов. Ой, Абушайбек потерялся. Тигер вторая. Жидугов третья. Абушайбек четвертый на финише. Представляете, какая фигня. Вот так вот. Потерялся Георгий. А это Вовка, который радуется. Да. В базу въехали не хлопка, а внутрь, не выходит. Наружу. Если что-то случилось, то внимательно. Вот и на желтый два флага машем, значит, что-то кто-то достает как. Буйство траекторий. Итак, Туриев, Травников, Никельчик, Парашун. Убрался у нас боец. Ну, выехал. Давайте посмотрим. Туриев, Травников, Никельчик. Парашун, Заикин. Золото, Прошков, Ефимов, Шеленговская, Корчинский, Кулаков, Сум, Никитин, Харулидзе, Квашнин, Коротовский, Череп, Пряткина, Алаквердов. Итак, уже трое Туриев лидируют, но у него плотно-плотно на хвосте Травников и Никельчик. И вот здесь как раз и кроется самая главная интрига этого чемпионата, по идее. И вот Ефимов выходит бок о бок с Золотовым. Кто кого? Нет, все-таки Золото в более выгодную позицию занимает. А весь пелетон так в два ряда напрямую едет, кто кого объедет на скорости. Даня Заикин. Сход. Что-то случилось у Дани. Цепь. Он говорит цепь. Очень обидно за Даню Заикина. Хороший результат в китах. Может быть, они ее натянут, конечно. Да, Валера Мартьянов грустит, печалится, видимо, по ребрик. Итак, снова лидеры. Ивану Никельчику не удается пока ничего сделать с двумя пилотами, Травниковым и Туриевым. А вот Абдымов атакует Золотова. Последний едет, да. И только вот получается Заикин у нас пока сошел. Остальные все пока на трассе. Итак, снова мы наблюдаем за борьбой лидеров. А вот Ефимов и Долотов. Долотов защищается, Ефимов атакует. То же самое Корчинский, Шеленговская. Шеленговская атакует Богдана Корчинского. И такими парами они и следуют. Данил Харашун. Ох, блядь, Александр Ефимов и Владислав Долотов сталкиваются. Долотов продолжает движение, Ефимов стоит. Это фиаско. Это фиаско, но поехал. Но поехал в траву. Походу заезд у нас закончен. Ну вот как так-то, блядь, а? Ну вот как так-то, Саша Ефимов? Ну, ёб твою мать. Не дай бог там погнута ось или еще что-то. Я просто этого уже не вынесу. Итак, двое сошедших, Заикин и Ефимов. И все надежды на какие-то хорошие позиции просраны навсегда, судя по всему. Максим Туриев лидирует.
борьба Корчинский-Шеленговская. Очень красиво они сейчас синхронно перекрещивались. Но Богдан лучше прошел эти повороты. Антон Каратовских, Дмитрий Кулаков, Артем Штум, Калинин, Вячеслав. Вот оно фиаско в том виде, в каком оно есть, чистом, дистиллированном виде фиаско. Вот борьба Шеленговская-Корчинский. Все-таки прошел Травникова, но Туриев при этом оторвался и сможет теперь Якельчик, понаблюдаем, как он будет доставать теперь Максима и пытаться бороться за лидерство в этом заезде. А вот Алина Шеленговская обогнала Богдана Корчинского. Здесь борьба Сихарулидзе, Никитин и Алафьердов, Сизова и Серов. Дмитрий Кулаков пытался по газону обогнать. Таким образом он помешал Алине Шеленговской, и она откатилась назад и пропустила и Каратовских, и обратно Корчинского и самого Кулакова. Так, Макс Туриев лидирует, а вот Травников и Кельчик продолжают борьбу за вторую позицию. Хорошун тем временем, в принципе, уже близко довольно-таки к ним. Средняя группа у нас начинается как раз с... вот Кулаков уже... Нет, Корчинский, Кулаков, Каратовских, Никитин и Шеленговская. Ожесточенная борьба Корчинского и Кулакова, там же и Каратовский поспевает, и Вячеслав Никитин. Вот эта группа. Никитин едет немного в другом месте. Травников все-таки прошел Якельчика. И уже на второй позиции находится Якельчик, третий. А Макс Туриев за это время успел оторваться. И сейчас уже судьи на финиши готовят табличку «Последний круг». Очень большой отрыв четверых передних лидеров от следующего за ними, пятым, Дмитрия Кулакова. Вот он пятым идет, а здесь борьба. Артем Штум втроем входит в поворот, Каратовских. И Богдан Корчинский теряет сразу несколько позиций. Пропускает вперед и Штупа, и Каратовского. Они пытаются там заужаться, но ничего не получается. Таким образом. Итак, на финишную прямую выходит Макс Туриев. Сергей Травников, Иван Якельчик, Даниил Хорошун. Вот эти четверо финишируют. А до следующего еще космос. Вообще космос. Это у нас Дмитрий Кулаков. Дальше финиширует шестым Артем Штум. Седьмой Каратовских. Алина Шеленговская, Василий Рожков. Алафьердов Владислав, Богдан Корчинский, Сихарулидзе, Череп,
Квашнин, Сизова, Серов, Никитин, Пряткина, Симонова, Долотов. И это номер 42. Иван. Так, номер 42. Иван Степанов. И номер 90. Владимир Штоплан. Старт. Рутекс Макс Микро. Березкин сразу со старта вырвался вперед. И его обогнал Шкатов. Шкатов вырывается вперед, за ним Березкин. Покрываться от остальных. За ними в это время третьим едет Тимофей Толстов. Турва прессингует. Погнал Доминик Рахе, номер 21, и Толстов стал четвертым. Шкатов так и держит лидерство. В то время как Доминик начинает держать свою третью позицию, оторваться от остального пелотона. Но не тут-то было. Все равно за ним едут двое пилотов. А, нет, отстали. А Тимофей Толстов стал пятым уже. Его обогнал номер 45. Номер 45 Сергей Лунин. Вот тут идет борьба за лидерство между Шкатовым, Березкиным и Раке. Раке обгоняет Шкатова вместе с Березкиным. Нет, точнее, Березкин вместе с Раке обгоняет Шкатова. Он становится третьим, но вдруг он обгоняет Раке и становится вторым. Такая же плохая борьба у них. Толстов с остальными, с Луниным и с другими борется на четвертую позицию. Шкатов догнал Березкина, в то время как Рака отстал. И он обгоняет Березкина, становясь... А нет, Березкин контратакует. И у них сейчас идет плотная борьба за первое место. Катов обгоняет Березкина, становится первым и делает небольшой отрыв. Таким образом, давая Березкину шансов на контратаку, а Рака держится за ними третьим и пытается их догнать. Тимофей Толстов отыгрывает четвертую позицию у Лунина, в то время как за ними шестым едет номер 44, Семен Брусев. Пытается ввязаться ему в борьбу. В то время Шкатов держит лидерство, а Доминик Рке пытается отыграть вторую позицию. Очень плотная борьба у Микриков. Особенно вот в этом таком комплексе участников. Толстов становится шестым, в то время как Лунин вырывается на четвертую позицию. А Семен Русев становится пятым. Доминик Рахе обгоняет Березкина, тот становится третьим. Но Березкин все равно будет пытаться отыграть свою позицию. Уж очень хорошо он ездил на тренировку. Наверняка он не хочет показать, что он все потерял.
Лунин оторвался от 5-й и 6-й позиции. В то время как Толстов пытается отыграть у Русева 5-ю позицию. Раке сел на хвост к Шкатову и, похоже, сейчас произойдет обгон. Да, произошел обгон. Но Шкатов контратакует и становится первым. В то время как Березкин все это время ехал аккуратно, таким образом смог обогнать сразу двоих, но нет. Шкатов так просто первую позицию не отдаст. И он сразу напрямую обогнал Березкина. На Березкина наезжает Раке. Но Березкин так не сдается просто. Скин пытается обогнать на второй прямой Шкатова, но ему это не удается. В то время как Доминик Раке потихоньку отстает от первых двух лидеров. Но в некоторых поворотах он все равно достает Березкина. Шкатов потихоньку не отъезжает. Шкатов не использует тактику прикрытия, он начинает очень сильно крыть, из-за чего начинает терять драгоценные секунды своего времени, дает своим соперникам его догнать. В то время, пока я говорил, Раке успел обогнать Березкина, и Березкин напрямой его тоже обходит. Но у нас финишный флаг. И в итоге у нас получается такой результат. Кто там кричит? Шкатов первый, второй Раке, третий Березкин. Четвертый Лунин. Пятый Толстов, шестой Русев. Очень близко был Березкин к тому, чтобы стать вторым, но очень много получилось. Итак, Rotax Max Senior, финал. Финал, напомню, в предфинале Марк Мецкер в последней серии поворотов уступил лидерство Георгию Кудрявцеву. И таким образом у Георгия на счету победа в предфинале. Третьим пришел у нас Ерошин Тимофей. И так далее. Вот сейчас мы будем наблюдать опять борьбу Георгия и Марка. И эта борьба не просто борьба, это борьба именно зачетная. То есть здесь каждое очко играет огромную роль. Бешеная толпа врывается в первый поворот, и мы видим двух развернувшихся, потерявших позиции. В первом повороте вынесло их наружу, и, соответственно, они догоняют. Сейчас мы узнаем, кто это были, и нас больше-то интересуют, конечно, лидеры заезда. Но уже отсюда вижу фирменную расцветку ТМС. Карт — это Георгий Кудрявцев. И, по-моему, на второй-то позиции Тимофей Ерошин. А Марк Мецкер на старте потерялся и стал только третьим. Ну вот он норовит догнать Ерошина. А Кудрявцев лидирует. Карлов и Миронов. Вот они как раз отстали. Это они в повороте в первом у нас потерялись. Карлов номер 15, Миронов номер 61.
буйство траекторий. Резина не прогретая, ребят выносит, но лидеры как по рельсам, печатают круги. Кирилл Поченков 5-й, Никитин 6-й, Балдин 7-й, Кирилл Поченков 4-й, Никитин 5-й, Балдин 6-й. Марк Нецкер проходит Тимофея Ерошина. 180-градусном повороте и выходит на вторую позицию. Сразу со старта было видно, что у Марка скорость чуть-чуть больше, но и Ерошин тоже не пальцем деланный. И вот сейчас Ерошин вплотную за Мецкером. Но дистанция недостаточна для атаки, как я считаю. Но опять же сейчас увидим. Да, недостаточно. Мецкер все-таки прочно занял вторую позицию. Вот здесь сейчас интересная борьба. Так. Николаев, Балдин, Упоров, Павленко, по-моему. Алахвердов. Нет, Павленко вот сзади. Значит, Павленко другой кто-то. Очень мне далеко не видно, не видны стартовые номера. Вот какие дичайшие обгоны происходят. Пятеро, просто пятеро. Вошли в один поворот по жутким траекториям. И теперь это такая цепочка прям возникла. Так, смотрим, вот сейчас прямо Балдин обогнал. Так, кто это у нас? Алахвердова. Сеса Николаев, Упоров, Черников, Малышкин, Страхов. Так, вот Павленко с Мироновым борется. Сахаров уже уехал вперед, и он от Миронова, вот он поучаствовал вместе с ним в стартовом инциденте, уже от него уехал. Но плотность очень большая. Сейчас, скорее всего, снова увидим маневр входа в поворот. Вот сейчас прямо даже... Семен Балдин атакует там Николаева, судя по всему. Вот сейчас на прямой входит внутрь. И удается Балдину пройти Николаева. Но Николаев уходит и спокойно, но после прямой его обгоняет. Самая интересная группа, вот эта вот гарнирная, именно в ней самое месиво происходит. Тем временем лидеры остаются на своих же местах. Первые трое, Поченков и Никитин, 4-5 позиция. А вот Семен Балдин и Денис Николаев, за ними Алахвердов, Малышкин, Черников, Упоров, Карлов, Страхов, Курышев, и в конце идут Миронов и Павленко. Табличка «Последний круг» была показана всем пилотам, и вот мы, ну не всем, а лидирующей группе, которая уехала уже от всех остальных. Итак, Георгий Кудрявцев, Марк Нецкер, Тимофей Ерошин, Кирилл Поченков, Юрий Никитин,
очень на большом расстоянии, на 6-й позиции, находится Семен Балдин, Денис Николаев, Черников Максим, Алахвердов Владислав, блин. Вот борьба Куршев-Малышкин, прямо перед финишной прямой. Но Малышкин впервые там был. Слишком быстро от нас умчались пилоты, я не всех успел перечислить. Итак, финал из серии Rotax Max в классе Rotax Max Junior благополучно закончилась. Финальный заезд Rotax Max Mini. Из поворота выходит Толстов, Дугов, Климов, Абушайбек и Хигер. Итак, Толстов, Жидугов, Абушайбек, Климов и Хигер. Не видно. Вовка-то. Если бы не Вовка, Маша вообще бы, наверное, остановилась. Итак, Толстов, Жидугов, Абушайбек, Климов, Хигер. Нет старта. Куда поехали? Попытка номер два. В первой попытке старт почему-то был не дан. Вот сейчас вот попытка номер два. Последние ряды, где у меня стоял Александр, очень сильно были залиты моторы. Вообще не было видно, чтобы кто-то там как-то ускорился на старте. Ну, а то они и последние ряды, чтобы быть в жопе. Что ж, посмотрим, как будет длиться, происходить прорыв. Очень интересно посмотреть за Данилой Зайкиным, который стартует вообще с последней позиции, с 25-й. И за моим Александром Ефимовым, номер 95. Максим Туреев уходит вперед, обгоняя Ивана Якельчика. Иван поравнялся. Два очень мощных конкурента, но Максим не стал бороться до конца, пропустил и отпустил его вперед. Сейчас Максим вдвоем с Сергеем Травниковым, два мотора. Вот таким образом Макс срезает и получает лидерство благодаря срезке трассы. Скорее всего, за это ему будет положен штраф. Александр уже где-то позиции 8, наверное, отыграл в конце пелотона. Да, Максиму сейчас Туриеву есть смысл попробовать оторваться от всех, чтобы тот штраф, который он получит за нарушение трассы, компенсировал отставание. Сергей Травников второй, Иван Якельчик третий, по-моему, Дмитрий Кулаков четвертый. Сейчас Сергей Травников вплотную за Максом Туриевым. Так, Александр обошел Василия Рожкова и там, по-моему, Шаповалов, что ли, Шапошников. Итак,
Пока я доставал шпаргалку, лидер у нас Сергей Травников, Иван Якельчик, Макс Туриев, третий. Данил Хорошун, Дмитрий Кулаков, Владислав Алахвердов, Антон Каратовский, Артем Штум, Полина Шелендовская, Титарулидзе, Каратов, Корчинский, Заикин. Даня Заикин уже пролез в середину, в принципе, и за Богданом Корчинским сейчас следует. Вот Александр Ефимов борется, прорывается потихонечку. Итак, Травников, Никельчик, Туриев, Хорошун, Кулаков, Алахвердов, Каратовский, Шелинговская, Штум, Тихорулидзе, Долотов, Заикин, Квашнин, Пряткина, Каратовский, Корчинский, Сизова, Ефимов, с Серовым, по-моему, и там еще. Нижегородские пилоты Калинин и Степанов, по-моему. Сложно мне сейчас определить, а может это Алексей Череп, красный комбинезон. Так. Шелинговская прошла Штумпа. Карулидзе, Заикин прошел Долотова, Квашнин. Корчинский, Пряткина, Сизова. Рожков, Ефимов. Да, борьба не шуточная. Борьба идет во всех частях растянутого пелетона. Иван Якельчик отрывается от Макса Туриева, которого догоняет Данил Хорошун. То есть уже у Хорошуна дистанция до Туриева ближе, чем у Туриева до Якельчика. А Якельчик, в свою очередь, приближается к Травникову. Кругов еще впереди много, всего 16. Артем Штук снова обошел Полину Шелинговскую, а Долотов, точнее Заикин, потерял позиции относительно Сихорулидзе и Долотова. Так, Василий Рожков снова атакует Александра Ефимова. Вся четверка лидеров очень уплотнилась. Сергей Травников по-прежнему лидирует, но уже смотрите, насколько близко к ним остальные. То есть очень сильно теряет темп Сергей. Якельчик, Туриев и Хорошун. Вот-вот-вот у него на хвосте. И уже атака. И вылетает два лидера, один на перерез. И Даня Хорошун, Иван Якельчик, Макс Туриев. Хорошун уходит, лидеры. Туриев, Якельчик и Кулаков. А вот Травников-то потерялся. И потерялся серьезно. Вот такая вот получилась ситуация в лидерах. Посмотрим издалека, попробуем оценить, кто сейчас лидирует. И я вижу, что Хорошуна двинули на третью позицию и лидирует Туриев. Судя по всему, Туриев сейчас увидим. Так. Максим Туриев, дальше Иван Якельчик, Данил Хорошун и Дмитрий Кулаков четвертый. Потом это у нас не Каратовских ли Антон. А вот что-то завяз вообще Травников. Остановился на трассе и уже никуда не едет совсем. Вот такая вот обида, печаль. Тем временем Туриев, Якельчик, Хорошун, Кулаков. И Якельчик в повороте в первом проходит Туриева. Нешуточная борьба среди лидеров. Прошу прощения за тряску камеры. Здесь очень много приходится зумировать, чтобы что-то понять. Да, пятым идет Антон Каратовских, Артем Штум, Полина Шелинговская, Богдан Корчинский. Так, это кто у нас? Ефимов, Рожков, Карулидзе. Я вот запутался сейчас. Снова берем фокус на лидеров. Якельчик, Хорошун обошел Туриева. А Туриев пытается внутрь пролезть, но не выходит.
Иван Икельчик лидирует с отрывом, а в это время Данил Хорошун снова перекрещивает Туриев Хорошуна. Тут же Кулаков подоспевает, очень большая борьба идет за вторую позицию. И в то же время здесь еще Штумп и вот они все трое. Кратовский, Шелинговская, Штумп, Алахвердов, Заикин, Долотов, Горчевский, Рожков, Ефимов, Черев, Сухорулидзе, Симонова, Квашнин, Никитин, Сизова, Серов, Пряткина. И там Штотланд и Шапошников. Да, и же с ними. И так, и так, и так. Максим едет на второй позиции. Борьба Кулаков и Хорошун. Артем Штумп с Алиной Шелинговской. Золотов Заикин. Корчинский, Рожков, Ефимов. Кальян тут кто-то курит. Последний круг показали Ивану Икельчику и всем остальным. Пока особо, в принципе, вот Золото подстал уже от Заикина. И плотной группой идут, вот, начиная от Сухорулидзе, Квашнин, Никитин, Сизова. Но борьбы там не наблюдается, просто едут рядом. А вот лидеры продолжают бороться. Итак, ну как лидеры? Лидером является Иван Икельчик. Вот он впереди на большом расстоянии. А вот за второе место идет настоящее месиво. Макс Туриев, Данил Хорошун и Дмитрий Кулаков. И все может быть сейчас на последнем круге. Вот Кулаков снаружи. Пытается перекрестить Хорошуна. Финиширует Туриев и Хорошун практически втроем. Очень тяжело понять, но судя по жестам Туриева, он все-таки второй. Итак, серия Rotex Max в классе Rotex Max, самым наполненным и интересным за этот год. Считайте, что кончилось. Все. Последний заезд был в этой серии. Аллилуйя!